Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 мая. Священно-мученик Макарий, митрополит Киевский, был ранее архимандритом Виленского Свято-Троицкого монастыря. В 1495 году после смерти киевского митрополита Ионы Глезны был избран и рукоположен на его место собором святителей Воссианом Владимирским, Лукою Полоцким, Воссианом Туровским и Ионою Луцким. Из Константинополя от патриарха Нифонта были присланы благословенные листы, утверждавшие избрание святителя Макария на митрополитчью кафедру. 1 мая 1497 года вторгшиеся на русскую землю татары убили митрополита Киевской всея Руси Макария в селе Стриголове на реке Вжище, где святитель совершал богослужение. Вместе с ним были убиты и захвачены в плен многие из его паствы. Святые мощи святителя Макария, прославленные от Бога нетлением и чудесами, покоятся ныне в Киеве, во Владимирском кафедральном соборе. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.